Заходите, мои новые жены. Ай, какие красивые, какие разные все. Садитесь. А чё вы грустные такие? По родине, что ли, скучаете, а? Чем вас, как бы, развеселить? Может быть, вам золотишко? Ну, тогда я не знаю, чем вас развеселить. Они зовут тебя туда, где любая девушка, независимо от национальности, возраста и семейного положения, будет чувствовать себя как в раю. Конечно, в твоем гареме ничего такая атмосфера, но в спа-салоне им как-то покомфортнее будет. Начнем с тебя, моя азиатская жена. Кстати, из какой страны ты у меня? Китай, наверное. Япония. Южная Корея. Бурятия, что ли? Ты не гадай, а лучше удиви ее пакетом «Азиатское спа», в основе которого лежит стоун-терапия. Это техника массажа такая, где используются природные камни. Основана на методе термотерапии. Энергия горячих камней избавит от стресса и увеличит интенсивность обменных процессов. Будет твоя азиатская жена добрая и спокойная. А какой же ей еще быть после такого массажа в четыре руки? Что это за музыка доносится оттуда? Что ты делаешь, женщина? Что ты творишь? Жена, не позорь меня. Пойдем, на тебе кое-что покажу. Твоей эмоциональной и страстной женушке презентуй пакет «Бразильское спа». Пусть наслаждается пилингом, специальными губками и изумрудной пеной. Такой цвет у пены из-за содержания в ней морских водорослей. Лифтинг-эффект и увлажнение видны невооруженным глазом. Знаешь, отчего у нее так блестят глаза? Из-за контраста температур. Капли спрея оседают и переносят твою бразильянку в тропический лес. Ну, хоть с тобой поговорить, что ли? Рассказывай, как там вот в этих ваших саваннах? Что там, как зебры, бегемоты, вот этот Мадагаскар? Не понимать! Кушать! Не время кушать, время расслабляться. Африканская супруга сейчас мыслями на родине окажется. Все благодаря ароматам и звукам. Маракасы, wellness-массаж в четыре руки и аромат масла марула. И вот она уже между сном и явью. Никаких забот. Если максимально расслабиться, то можно услышать, как бьется сердце Африки. Проснувшись, она увидит узор из глины, такой же, как рисовали в ее родном племени. Но и это еще не все. В спа-пакет входит чайная церемония, уход за лицом и контрастные компрессы. И, кстати, хорошо, что у тебя не одна жена. Тебе все это достанется оптом и заметной экономией. Так что, как вас хоть зовут, жены мои? Зумба! Зумба! А тебе? А мене Милагрос. Милагрос. А тебе? Пикачу-сан! Пикачу. Так в моем гареме дело не пойдет. Ты будешь Ира. Ты будешь Алла, а ты будешь Дарья, дежурная по рубрике.